Всем привет, и мы продолжаем играть Silent Hill. Итак, мы попадаем в странное место. И, судя по всему, мы все еще в госпитале. Находимся в саду. Но этот сад какой-то странный. Похож на маленькую металлическую коробку. Давайте посмотрим. Что-то с этим госпиталем стало не так. За решеткой виднеется вентилятор. Давайте сохранимся. Коридор на первом этаже больницы. И патроны для дробовика. Так, дверь закрыта. Да, этот госпиталь и так был не очень приятным местом. И теперь он стал еще менее приятным. Обследуем палаты. Ё-моё! Я думаю, нужно ставить срочно дробовик. Где? Ух ты! Что с тобой не так, женщина? Блин, постоянно забываю, что можно оружие менять. Быстрее! Да сдохни ты уже! Да, палата покрыта. О, что-то мне это напоминает. Аптечка. Палата полностью накрыта какой-то тканью. Похоже, здесь больше ничего нет. Ради одной аптечки пришлось очень сильно потратиться. Опять. Что не палата, то приключение. Патроны. И лечебный напиток. Да, эта палата очень сильно похожа на предыдущую. Я даже не знаю, стоит ли мне подлечиться или нет. Ладно, пока походим с крестиком. Все двери заклинило. Посмотрим карту. Нам осталось проверить приемную. Так, в душ нас не пустили помыться. И в ванну тоже. Так. Ну, приемная тоже заперта. На всякий случай еще раз проверим. Все, больше здесь делать нечего. Лифт работает. Как ни странно. Три этажа. Поедем сначала на второй. О-оу. Я слышу большое количество шагов. И это не очень воодушевляет. Бежим. Хрен знает куда, но бежим. Метка попал. Очень быстро она слегла. Еще одна. Поставим нашу любимую палочку. Попробуем сэкономить несколько патронов. Быстрее, Джеймс. Найдет. Что у тебя с лицом, сестра? Сестра, что с вами? Вы неважно выглядите.
так намного лучше. Ну что ж. Что у нас здесь? Патроны для пистолета. Аптечка. Да, неприятная картина. Я нашел сухой гальванический элемент. Проще говоря, батарейка. И ключ от кладовой в подвале. Часть обоев сорвана, я вижу, под обоями что-то нарисовано. Может, эти руки что-то ищут? Или это просто символ боли? Обои. Джеймс смеет называть это обоями. Да. Не хотел бы я дома иметь такой ремонт. На кровати лежит листок бумаги. Похоже, это записка очередного психа. Я была заперта внутри чулана, в подвале. Там было так темно и тесно, и мне было так страшно. Я обронила мое бесценное кольцо, но я не вернусь туда ни за что в жизни. Судя по всему, эту записку писала женщина. Обронила кольцо. Руки, что они символизируют? Так, подождите, я ж вроде подлечился. Я тебя уже убил, тварь. Четыре удара должно хватить. Да, похоже, настойка уже не так сильно помогает. Давайте глянем карту. Палата М6, М5, М1. Еще очень много палат. Но я чувствую, что... Топ! Пошли! Нет! И здесь ожили. Черт. Джеймс, что делать? Похрену, поставим дробовик. Так, стоп. Их же было две. Очень странно. Куда делась вторая? Или у меня уже галлюцинации? Напиток. И патроны для дробовика. Так, стоять. Давай перезарядим. Так, вроде здесь больше ничего. Это ожившая тварь. Интересно, похоже, она была сзади. Вы слышите эти шаги? Что за шаги, мать твою? Меня не пугают. Ну нахер. Да, вся мебель покрыта какой-то пленкой. Что это? Здесь есть что-то похожее на холодильник. Давайте попробуем открыть. Это бесполезно. Дверь слишком тяжела, чтобы открыть ее самому. Ха. Похоже, это холодильник Зил, не иначе. Джеймс не может с ним справиться. Очень странно. Так. Давайте съедим аптечку. Вон она. Камера. Что ж ты творишь? Господи, что с головы какие-то иглы по нему торчат. Есть. Ладно, есть удар.
Кажется, эта медсестра немножко подгнила. Итак, что нам здесь осталось? Еще раз, два, три. Три двери и лестница. Замок сломан. Ну-ка, может, что-нибудь на доске написано? Нет. И здесь тоже ничего. Валим отсюда. Я думал, хоть здесь будет немножко поспокойнее. Но, похоже, они от меня не отстанут. Бесконечный кошмар. Ладно. Попробуем с тобой справиться при помощи доски. Есть. Ух ты, три удара, и неожиданно. Ух ты, прошу сразу. Нет, 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 мочи. Не подходи. Фух. Техасская резня палкой. Это тот самый этаж, где куча палат. И в комнате стримы как раз оставили Марию. Нужно срочно ее навестить. Патроны, ампула. И здесь какая-то записка. Она ангел. Никто не знает, только я могу видеть леди из двери. Они не смогут пройти по ее эфирному мосту. Они падут под тяжестью своих преступлений. Как распухшие и уродливые трупы. Она поглотит и грехи, и грешников. Она спасет меня. Она ангел. Очень странно, но он пишет, что только он может видеть ее. Но также и я могу видеть ее. За леди. Ты хитрён, Бату. Да, это чертов этаж здесь, они постоянно возрождаются без конца. Нужно бежать. Так, здесь. Проверяем быстро двери. Останавливайся, Джеймс, лучше выключи фонарик. Черт, он же, наверное, без фонаря ни хрена же проверить током не сможет. Где эта комната из три? Что за вздохи? Марии здесь нет. Куда она могла уйти? Здесь стоят пустые пузырьки из-под лекарств. Не те ли это лекарства, что принимала Мария? Неужели Мария тоже больна? Да, что-то она подкашливала. Так, поставим пистолет. Что, мы тут все проверили? Да. Но еще очень много осталось непроверенного. Так, бежали дальше. Так, что-то здесь вообще двери нет. Здесь нет двери. Черт. Здесь кто-то тоже есть. Так, Ладно, эти... Две мы проверим немножко позже. Надо сосредоточиться, кто у нас здесь. Кто у нас здесь? Привет, мадам. Ё-моё, ну как всегда. Постоянно забываю перезаряжаться. Так, 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 не ту кнопку нажал. Еще? Так,
тебя ждет моя великая палка. Не иначе. Вот только... Фух! Чудом! Она не зацепила своей клюкой. Офигеть, по три штуки в ряд. Так, лестница... Так, ну ладно, перед тем, как идти на лестницу, давайте проверим другие двери. Здесь все так же заперто. О, а здесь что-то есть. Ух ты, склад. Патроны, аптечки. О нет. Опять? Тебе не имется, да? Ну что? Черт. Вышло без потерь. Да, что-то мне хреновато. Так, здесь есть еще один лифт и... Некая дневная комната. Что это за колонна? На, лифт не работает. А, здесь вообще даже дверей нет. Ух. Ну что ж, остается только лестница. Так, сходим сначала наверх. Здесь у нас должна быть крыша. Но на крышу нас не пускают, как бы я ни старался. Вообще, когда есть дробовик, любая дверь, по идее, не помеха. Так, на второй тоже голяк. Так, и на первой нет. Ну-ка. Что нам остается? А, у нас же еще есть подвал. Ну, конечно же. В подвале мы еще не бывали. Решетка. Я использовал ключ. Похоже, это был склад туалетной бумаги, судя по всему. И по законам жанра, на боковой поверхности шкафа есть красные отпечатки ладоней. Джеймс, ты только что не мог открыть холодильник, а тут, можно сказать, чуть ли не мизинцем он взял и отодвинул шкаф. Джеймс! Мэри? О, Мария. Это ты. Я думал, что ты... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but she ran away. We've got to find her. You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to... Протектор. Итак, мы повстречали Марию. Кажется, она немножко не в себе и не очень-то довольна, что мы вот так вот ее бросили. А что у нас здесь? А здесь у нас как раз то самое кольцо, которое кто-то потерял. Медное кольцо. Давайте взглянем на него.
Медное кольцо найдено в подвале больницы. На нем выгравировано изображение паука. Изображение паука. Батарейка. Подойдет для фонарика. Как ни странно, но Мария в этот раз решила остаться сверху и подождать меня там. Ладно. Теперь нужно быть вдвойне осторожным, чтобы еще и Марию не пристрелить. Так, какой-то этаж. Второй. Нам нужен третий. А, кстати, заодно сохранимся. Южная лестница больницы. Так, ну что ж. Давайте проведем небольшую ревизию. Посмотрим, что у нас есть. 78 патронов для пистолета и 20 для дробовика. Что, в принципе, не так уж и плохо. Мария, закрой глаза. Это не я. Они тут так и лежали. Так, так, мне здесь делать нечего. А, теперь у меня же есть помощник, кто сможет открыть мне холодильник. Да, Мария, куда бы я без тебя? О, черт. Чувствую, у меня не будет времени на то, чтобы орудовать палкой. Умри! Блин, мне кажется, или это... зараза, которая гнила, немножко прочнее, чем обычно. Эй, не убивай. О нет. Пытаешься сэкономить патронов, обязательно разоришься на аптечке. Так. На-на-на. А, приемная. Приемная ванна. Закрыта. И здесь, похоже, тоже. Все закрыто. Картина. Вот как раз про эту девушку кто-то и говорил, что только он ее видит. А, как вы можете заметить, скорее всего, это есть Дженнифер, статуя которой мы видели в парке. Дверь закрыта. На двери нарисована молодая женщина. Как это ни странно, но часть руки на картине выглядит объемной и выступает из двери. Тут не часть руки, тут даже целых две руки выступает. Можно использовать колечко. Но одного кольца недостаточно. Нужно второе. Итак, холодильник у нас был на втором этаже. Что это за скрип? Amusement park. Okay, quickly on to question number 3.
witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood, and finally, what a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. What was the name of the murderer who committed this vile act? 1. Walter Sullivan. 2. Scott Fairbanks. 3. Eric Gale. Now for our third and final question. South of the lake is a deserted old neighborhood called South Vale. From there to Pale Vale, the central resort area northwest of the lake, there's only one road you can take. Just one road, no more. The third and final question is, what is the name of that road? 1. Bachman Road. 2. Rindell Street. 3. Nathan Avenue. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? When you know the answers, head to the storeroom on the third floor to collect your prizes. But be careful if you're wrong. Well then, everybody, thanks for tuning in. See you again sometime. Bye-bye. What was that? Вот такое вот странное радио викторине мы только что поучаствовали. Итак, в принципе, три вопроса, и эти три вопроса не должны составить проблемы, если вы внимательно играли, либо смотрели мои видео. Первый вопрос, это, конечно же, парк развлечений Lakeside. В принципе, можно посмотреть на карте. Вот он находится, парк отдыха, он здесь называется, Lakeside. Его, к сожалению, в этой части мы не посетим. Мы его посещали в первой части, также мы его посетим в третьей части, но во второй части, к сожалению, мы его посетить не сможем. А второй вопрос про маньяка-убийцу. Это Уолтер Салливан. Помните, мы находили в мусоропроводе как раз вырезку, по-моему, из газеты, где было описано жестокое убийство брата и сестры. И маньяка звали Уолтер Салливан. И третий вопрос, тоже, в принципе, простой вопрос. Если вы посмотрите на карту, то только одна дорога соединяет округ Пейлвиль рядом с озером. Это дорога Натан-авеню. Вот она проходит. То есть правильная комбинация 3-1-3. И нам нужно на склад за своим призом. Ну что ж, но перед этим давайте все-таки сходим, откроем этот чертов холодильник. Так, ну что я там пройти-то не могу? You can't open it? Yeah, Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? What's this? Not very cute, is it? You're James. You take it. Thanks. Свинцовое кольцо. Да, второе кольцо. Итак, при помощи Марии мы все-таки открыли этот Саратов. И выдвигаемся на третий этаж. У нас есть второе кольцо. И также заглянем на склад. Посмотрим, правильно ли мы ответили на все вопросы. Здесь уже нас кто-то поджидает. Да, не дадут так просто сходить на склад. А где у нас вообще склад? Склад у нас вот он. Причем я туда уже заходил. Он, например,
Придется еще немножко пострелять. Опять эти две. Я вас уже убивал! Не хочу тратить аптечки, лучше я потрачу нахрен все патроны. Меня уже вылез паразит. Так. Ну, я надеюсь, хоть там они опять не появились. Фух. Хоть здесь тихо, и на том спасибо. Я думаю, они никогда не закончатся. Так, склад у нас, по-моему, здесь. Так, а куда Джеймс еще тут смотрит? А, на Марию. Здесь нет ничего полезного. И здесь появилась коробка, раньше ее здесь не было. Первый, второй, третий вопрос. Правильная комбинация у нас идет 3-1-3. Если я, конечно, что-то не напутал. И бинго! Полная корзинка патронов для дробовика. Да, просто замечательно. Ну что ж, теперь я вооружен и очень опасен. Можно даже дробовик поставить. По-моему, мне сейчас даже для дробовика стало больше патронов, чем для пистолета. Да ну вас нахрен, а? Вы, блин, две бессмертные барышни. Вы уже мне порядком подзатрахали уже, если честно. По-моему, похуй на меня. Ну, пусть они идут, мы сзади подкрадемся. Используем кольцо. У них, похоже, вечерний обход. Пациент. Свинцовое кольцо, кольцо из холодильника. На нем выгравировано изображение отвратительного раздутого лица. И грешники будут наказаны. Так. Что у нас здесь? Это у нас, похоже, пожарная лестница. Судя по всему, не центральная. Кто-то здесь что-то накалякал на полу. На полу лежит какая-то записка, ее содержимое довольно трудно прочесть. Что-то написано корявым почерком. Я взял ключ у директора. Тот самый, что от музея. Музея. Я спрятал его за молящейся женщиной в парке, когда вышел на дневную прогулку. Я подобрал его, но я не воровал его. Я ведь не преступник. Ключ от музея спрятан за статуей Дженнифер. Фу. У меня нет карты этого места. Что за чертовщина? Не нравится мне этот спуск. Да, держись ближе, Мария. И, к сожалению, сейчас будет такое противное место. Если бы я играл на обычной сложности... Что за звуки, мать твою? То это место проходится легко, нужно просто бежать. Пирамидоголова нас преследует, Мария, беги! Но на уровне сложности хард это место стало очень сложным в прохождении, потому что пирамидоголовый здесь просто бежит с огромной скоростью и убивает Марию буквально за несколько ударов. И в чем здесь самая задница, это то, что Мария здесь обделена интеллектом и...
тормозит по-страшному. Чтобы немножко затормозить пельмедоголового, нужно в него стрелять. Будем пытаться... Мария, отойди! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Побежали. Я его замедлил. Беги быстрее. Чертов коридор. Так, надо перезарядить. Какая нахрен карта? Бежим. Мария, беги, ты, мать твою. Кажется, он уже опять побежал. 5, 6, 7. Не обязательно, наверное, у него 10 прям всаживать. Мария, беги, мать твою. Было быстро. Слушай, отойди с дороги, а? Что взять с блондинкой? Мария, беги! Беги, мать твою! Джеймс. Ты в очередной раз облажался. Тот, кто недостаточно храбр, чтобы заглянуть в бездну, тот недостаточно храбр, чтобы заглянуть в себя. Истину можно узнать, только двигаясь вперед. Следуй по карте, тут лежит письмо и гаечный ключ. Да, похоже, нам придется вернуться в ту часть города, с которой все начиналось. Также здесь отмечено историческое общество и статуя Дженнифер.
Я скопировал это на свою карту. Ключ от вестибюля больницы. И такая лора, как ничего не было. Ля-ля-ля-ля-ля. А, здесь лежит старая книга об истории Silent Hill. Нужно будет как-нибудь почитать на досуге. Твою мать, лучше бы ты сейчас ее почитал. О, какая жуткая картина висит на стене. Бррр, ужас какой. Здесь расставлены книги о медицине, городе и области. У меня нет времени стоять тут и читать все это. Ну, можешь присесть. Так, ну ладно. Может, здесь еще что-то есть? Да, классно, у вас тут полы. В виде конвейера. Ну, похоже, нас выгоняют из больницы. А мне здесь только начало нравиться. Я думаю, что здесь дальше нет смысла проверять. Все закрыто. И нам дали ключ. Кстати, давайте его посмотрим. Найден в офисе директора. Ключ передней прихожей больницы. Да, похоже, этот ключ давно не использовался. Очень ржавый. Ну и думаю, что на этом мы с вами сегодня закончим. Путешествие по городу мы оставим для следующей части. Ну а с вами был Голодный, всем до скорой встречи и пока-пока.